сегодня ребята вот выступили с такой замечательной инициативой по сохранению исторических зданий города. Вообще город интересен своей культурой, интересен своими традициями, своим архитектурным наследием, привлекательность с точки зрения туризма. И нам бы хотелось, да, я как одна из инициаторов, может быть, да, член этой инициативной группы, нам очень хотелось бы сохранить те здания, которые еще остались в городе, и привести их в должный вид. Было бы здорово, если бы у лиц, принимающих решения, было бы больше понимания, больше желания поддерживать эту инициативу, да, выделять, в конце концов, какие-то деньги на все это, потому что это выгодно для города, это важно с точки зрения истории, культуры и так далее. Вот. Ну а пока так, вот на таком вот уровне, на уровне волонтерства, студенты, ребята, просто активисты гражданские пытаются как-то вот во всем этом участвовать и привлечь вообще внимание горожан к этой проблеме. Удалось, я не скажу, что это абсолютно там только моя какая-то заслуга, ни в коем случае, это работа всей инициативной группы. Важно, самое главное, нам удалось обновить реестр исторических зданий, куда внесены дополнительные здания и частные в том числе. Вот. Теперь люди, частные, как бы, ну, собственники этих частных зданий, ни в коем случае не смогут просто так его снести, продать или не поддерживать его в должном виде.